Если меня спросить как психотерапевта, возможно ли счастье? Ну, возможно, по собственному желанию. Если вы постоянно практикуетесь, работаете над собой там, и так далее, вы можете справиться с негативными эмоциями, обрести точку опоры в себе, чувствовать себя более уверенно и надежно. Но это не спасает нас от самых главных вопросов. Зачем мы живем? Что мы вообще делаем? Потому что психотерапия не может ответить на эти вопросы. Она занимается психологическим состоянием. А счастье – это нечто большее. Счастье – это осмысленная жизнь, в которой сострадание – это способ получить силу, в которой осознание – это способ обнаружить себя, в которой свобода есть высший подвиг. И когда мы получаем эти, собираем эти три элемента, мы можем быть счастливы. И это не психотерапия. И никто это за каждого из нас в отдельности не может сделать. Нельзя прийти к специалисту и сказать: «Вы у нас специалист по счастью, сделайте меня счастливым». Это путь героя, который мы проходим, сталкиваясь с испытаниями, с трудностями и в каком-то смысле, умирая прежними, обращаемся в эту новую жизнь, в которой нет страха, нет слабости, нет страдания такого вот, который пьянит, и в которой есть ощущение того, что вы живете достойной жизнью. Очень крутое ощущение.